Ну что ж, дружочки-пирожочки, всем привет, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. Делаю в данный момент челлендж на Чонге, совсем скоро будет итоговый видос с гайдом, но только как я достигну мифика. Пока что я, конечно, этой цели не достиг, очень длительные на героя катки, и вообще сложно на героя периодически катки затаскивать. Именно, да, старт можно выдать очень хороший у себя на лайне, но потащить всю команду в конце сезона не так-то просто, поэтому, блин, просто рекорд, наверное, по длительности катки. Если бы такая у нас статистика была в таблице, то, наверное, у Чонга бы точно там был лидером. Но вообще, все результаты будем смотреть потом. Я сам не захожу там в фаворитов своих, не смотрю там, сколько у него урона в среднем, сколько MVP и все остальное. Буду смотреть позже. Но получилась классная катка, и я думаю, кто ж вам пожелает с утреца еще приятного аппетита, как не я, со своим видосом. Поэтому, ребят, наваливайте себе покушать, заваривайте чаечку. Каточка со стримчанского очень хорошая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Стримы каждый день по будням с 2-3 часов, где-то 5 часиков мы стримим. Поэтому заскакивайте к нам еще и на стримчанский. Ну и приятного просмотра. Что в бутылке, бро? Аштал? Аштал? Не типа, а что? А типа аштал напиток, как называется. Ну, толпа идет по миду. Толпа врывальщиков. Ёбла отрывальщиков. Повторно настакаем. Настакали. Хорош. Даже не так сильно хп потеряли. Слез девственниц. Такая. Ты думаешь, ты мне тут нужен особо? Да уйди отсюда. Я тут стою отлично сам. Ах, повтор не настакал его. Хорош. Хорош. Просто на лайне. Просто уничтожение, разнос. Это МП немного. Бадан край тупит. Ну, это вы вот наученные, как играть против Чонга. Баданг, видать, нет. Запрыгнул, ультанул. А ему дали звездюлей. Ба, хорошо идем. Где 200? Ну, протекшн сняли, да? Нормально! Нормально, мужик! Нормально! Каринка, Ангела, Вейл. Ну, на всякий случай ультанул. Конечно, можно было тут и без ульты справиться. Все кнопки поотдавал. Ну ладно, забрали тавр. И ок.
Хрена себе урон, да? Начал сосать из него хп. Вот это стартик. Давай, под ангелой. Не, они могут меня развалить же, да? Уйдет. Когда это сработало? Почему, блядь? Не поимел с этого эффект никакой. А, ну конечно, тут она меня размотает сейчас. Сучки! Десять шесть. 1500 осталось преимущество, блин. Чил, можешь меня прямо на столе? Зимний. Парень, чувак. Тебе вот самому такое не стыдно писать? Ужасно. Я тебя люблю, Чил. Ай, братка, постой, куда спешишь? Присядь, расскажи, как жизнь. Бля, вот жалко тратить способность. Понимаете, я тут, бля, какой-то этот... Еврейская душа какая-то я. Неплохо. Неплохо. Появился меч охотника, видать, на демонов. И сразу стало неплохо. Несмотря на то, что у него 0.5.1, да, только что чуть я от него не отъехал. Ну, блядь, Беатрис там фармит. Так, меч легионера. Хорош. Вот ангел умеет спасать своих товарищей. Бля, да что ж такое-то? Отразил урон от вышки. Да тот мог быть и полезнее, мне кажется. Нынче. Ну что-то крип вообще не хочет разваливаться. Ай, Карина, глупая мандавошка. Не вижу, сколько там хп, блин. Совсем чуть-чуть осталось подфармить. Black M3, E92, дороги. Да, мне желательно, конечно, какая-нибудь защитка физическая, но мы сейчас, наверное, в господство и будем выходить туда. Это я резко перестал просто в шлем играть. Играл, играл и перестал. Тим вайп. Пять семьсот преимущество. Жалко, лорда нет. Хотя мог бы быть. Перепаху нельзя было тут забирать. По привычке уже, да, я врываюсь. На! Полетай.
Маньяк. Не дают мне никаких маньяков. Так, и что там у нас вообще по золоту? 7000, окей. Ну я прям идеальную каточку, конечно, провожу сейчас. Бля, ну учитывая, что можно завершить, да? Не знаю, пробую топор про жадности разок. Там же перезарядка, топор войны не очень хочется. Не с того я начал. Чуваки, надо как-то лорда забирать. У нас бойцы были такие, стрелки, нет урона быстрого. Мужики, что такое ретригер? Ну что-то тебя триггерит, а ретригер это, видимо, что тебя наоборот отменяет твой. То есть, например, моим ретригером сегодня является попыт. Я думаю, примерно что-то вот в этом стиле. Видимо, контекст нужно понимать. Ко мне кто-нибудь поможет или нет? Я, конечно, все понимаю там. Вы файтитесь, но... Если бы Броуди стрелял здесь, то мы бы его уже закончили. Капец просто. Единственная Карин додумалась, да? Охуеть просто. Пиздец просто, все пришли. Просто нахуй все пришли. Просто у тебя боты? Может, со мной, блядь, боты? Все же, больше похоже сейчас было. Вот это находка. Вот это находка. Я Алишка деньги. Бородач. Ник Алич то 100 бой. Алишка 30. Я Алишка Бородач. А у тебя есть там голые Алиш фотки? Алишка Бородач. Это женщина с бородой знаменитая. Ладно, надо брать деф. Все сам, блядь. Спасибо за поддержку. Пойду дожду следующего лорда, пойду убью следующего лорда. Кое-как. Повтор, да, это запись, ребят. Очевидно. Может найти этот видос, он был 4 года назад на канале. Пойдите сейчас посмотреть. Просмотров мне на старые видосы сделаете. Опять стразил только что урон от вышки. Нужно забирать лорда, блядь. Чё там на шинь, нахуй, лесной? Обсерюся.
Хорошо. Это минус. Минус весь макурон, по сути. Ну вот, можете, когда хотите. Можете. Ай-яй-яй. Сука, не попал. Че, на еле идет? А, смайт. Сука. Да, вот такая катка получилась. Да, хотелось что-то выложить. Ну и получается, что выкладываю именно эту катку. Сделал 37% урона. Впитал не так уж и много, потому что зачастую впитываю я даже куда больше на своем чонге. Но и вот это вот пуш 44%. Вообще не знаю, откуда это все вылезло. Ну и конечная сборка, кому интересно. Хотя сам я предпочту вот на сегодняшнем стриме, который будет, играть со шлемом первым слотом, потому что вчера мне что-то вот я отыгрывал таким билдом, очень долго пытался, и в некоторых катках мне чуть не заходило, а шлем как-то у меня пару дней назад прям меня выручал, и здесь последние катки вчера я тоже сыграл на шлеме, вроде было неплохо. В общем, ребят, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч, всем пока!